Перед вами блок лазера от популярной линейки цветных офисных устройств формата А3 от компании Рика. Сверху мы видим 4 защитных стекла лазера. На каждый цвет фотобарабана установлено свое защитное стекло, которое требует периодической чистки. Если открыть крышку, то в центре блока лазера мы видим плату управления с мотором и полигональным зеркалом. Рядом находятся две платы с лазерными излучателями, которые генерируют лучи. Далее лазерные лучи через систему линз и зеркал попадают на поверхность фотобарабанов, формируя на нем скрытое изображение. Также в данном блоке лазера присутствуют два датчика синхронизации. Один располагается здесь, второй здесь. И моторы положения зеркал. В простонародье данный блок обычно называют оптическим квантовым генератором.